Привет, мои хорошие, с вами Тиффани, и сегодня я вам расскажу, как я ухаживаю за своими волосами. Маска – это моя фаворит. Делаю я ее раз в неделю, делала и буду делать. И сейчас расскажу вам, что входит в эту маску. Майонез. Самый обыкновенный майонез, какой у вас остался. Обычная горчица, горчичный порошок. Мы добавляем одну ложечку с горкой. Майонез я ложу на глаз. У меня объем большой, поэтому как бы майонезика побольше. Насыпаем мы горчицу. Ложечка столовая оливкового масла. Наливаем это все. Масло я беру греческое. Мне оно очень нравится. Беру я его уже постоянно. Что мы делаем дальше? Перемешиваем вот такой вот кисточкой для покраски волос. Все мы знаем, как красим головы. Все девочки это делают, это ни для кого не новшество. Но только вот вопрос, как мы это будем делать. Либо мы будем делать это самостоятельно, либо нам кто-то поможет. Обычная покраска. На все корни распределяем нашу маску. Только на корни. На остальную длину мы наносим обычно тепленькое оливковое масло. Мы его тепленьким подогреваем и наши волосики перчаточками смазываем. Закручиваем наши волосики наверх под полиэтиленовый пакетик и тепленькую шапочку. Ходим минимум 45 минут, а то и более, для того, чтобы началась хорошая циркуляция крови, прилив. Если будет немножечко подпекать, пусть это вас не пугает, это нормально, так должно быть. Будет немножечко тепло по всем корням. Кому мой совет был полезен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!